21 февраля Азербайджан нарушит режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие, сообщает Минобороны Арцаха. Министры иностранных дел Армении и Люксембурга возложили цветы в память о жертвах геноцида армян. Возобновление переговоров по урегулированию Лачинского коридора при этом с угрозой применения новой силы неприемлемо, заявил Мирзоян. «Я не вижу смысла закрывать коридор для людей, проживающих в Нагорном Карабахе», заявил министр иностранных дел Люксембурга. Цель Баку – создать невыносимые условия для того, чтобы народ Нагорного Карабаха покинул свою историческую родину, заявил Мирзоян. Армен Григорян и Кристина Квин обсудили развитие армяно-американской повестки дня. Красный Крест настаивает на снятии санкций в Сирии для гуманитарных операций. США не хотят уничтожать Россию. Запад не собирался нападать на эту страну, заявил Байден. Нет друг хуже, чем враг. Захарова об идее Байдена о том, что Запад не враг русскому народу.